Привет всем, у нас сегодня твой шанс вокал, 48-я пиар-вечеринка. И у нас сегодня в гостях Надежда Асачи, прекрасный дизайнер. Здравствуйте, да, мне очень сегодня приятно здесь присутствовать, тем более сегодня Наташа Нейт в моем прекрасном платье от моего бренда, а Денис Варфоломеев будет исполнять песню «Дэн Супермен», которую мы совместно с ним, так сказать, натворили, и надеемся, что всем понравится. Денис, привет, расскажи тоже, что у тебя нового, вот новая песня у тебя сегодня? Ну, Надю я 3 года знаю, и сегодня действительно так сложились звезды, что наша замечательная Надюша, она в окружении звезд. Она и дизайнер, она и поэтесса, она и композитор, она пишет прекрасные песни. Ну и, конечно же, вот наш первый дебют, первая премьера состоится сегодня в рамках ТВ-шанс. Это песня «Дэн Супермен». Надежда, расскажите, что вас вдохновило написать песню? У вас столько много направлений, в которых вы работаете, и теперь уже и песни пишете. Это очень удивительно. Но вы знаете, так получилось, что пишу я давно еще. В школе я начинала сочинять какие-то тексты, достаточно творческая личность. Но так звезды сошлись, что я попала, как говорят, в свою сферу деятельности. Изначально начала создавать прекрасные платья, прекрасные модели для детей, соответственно, потом для взрослых. Сейчас я шью одежду уже по всему миру и пользуются популярностью мои наряды. Вот. А Дениса я просто давно знаю, как бы мы друзья, и в связи с этим как-то песня эта так родилась, именно потому что я очень хорошо его знаю. Там все написали специально для Дениса эту песню. Да, написалась так вот случайно, там едем в машине, там где-то после какого-то мероприятия или на какое-то мероприятие вместе, там раз поболтаем что-то, раз написались какие-то строчки, ну и потом, соответственно, все это положили на музыку, потом все это записывали в студию, ну, в общем, интересно все было, здорово, ну, вот я надеюсь, что зрители оценят нашу работу. По секрету раскрою, что на бэк-вокале была сама Надя. Да. Как это прекрасно. Но я желаю удачи вашему прекрасному тандему. Сегодня вас услышим наконец-таки. И талантливый человек, талантлив во всем. Спасибо, спасибо. Столько комплиментов. Благодарю. Спасибо вам огромное. Ждем ваше выступление.